Друзья, дорогие, приветствую. Хотел сделать публикацию на тему отношения родителей с детьми и воспитания детей. Часто мне жалуются, что дети не слушают, значит, дети не хотят ходить в церковь, вот дети себя неправильно ведут и так далее. Родители часто допускают очень большую ошибку. Они пытаются быть такими деспотами по отношению к детям, пытаются брать над ними власть полную, не понимая, что вот такое вот отношение деспотическое к ребенку, оно даст совершенно обратный результат. Я очень хорошо понимаю, что родители переживают за детей, хотят им наилучшего, то есть мотивация – это благо, но вот по результату получается, благими намерениями дорожка выстилается, сами знаете куда. Потому что вы-то хотите им благо, конечно, хотите, чтобы они жили правильно, жили в добре, в любви, жили с Богом, но сам метод, который вы применяете, приведет их совершенно в противоположную сторону. Деспотическое отношение, подавление личности ребенка приведет к совершенно противоположным действиям. Он будет делать все в контру, он будет делать наоборот. Поймите, свобода воли, свобода выбора человека – это самый великий дар, который есть у человека, который дан Богом человеку. Это Бога данная свобода, это основное подобие человека с Богом. Даже Бог ограничивает свое всемогущество и не подавляет волю человека. Он его призывает, он его наставляет, он его просвещает, но насильно не спасает. Церковь насильно не гонит пинками. Он смиренно и кротко стоит у дверей сердца и с любовью стучит ему. Обратись, обратись, и будет тебе благо. Но ты свободный человек, и ты можешь делать, что хочешь, выбор за тобой. Понимаете, Бог ведет себя с человеком на равных. И также родители должны обращаться с детьми. Должны отношения выстраиваться скорее дружеские, чем вот такие вот властные. До какого-то возраста, конечно, воспитание, когда ребенок еще совсем неадекватный в своих поступках, совсем маленький, его направляют вот полностью, но постепенно взрослея. Надо давать человеку свободу выбора. Надо объяснять, надо показывать, пример давать. Надо молиться за него. Но не деспотично, не ломать его психику, не ломать, не ограничивать его свободу вот, вплоть до там, телесных наказаний и так далее. Повторяю, потому что результат будет просто отрицательный. В этом просто нету смысла никакого, поймите. Вот прочитал сообщение недавно в Телеграме, в ленте кто-то сказал. И у меня таких очень много сообщений в личке. Вот сейчас в ленте появилось. Мужчина, 45 лет. Образование высшее, языки иностранные знает, работает. Но живет 45 лет, живет с родителями. Ни друзей, ни семьи. Просто родители сделали из него овощ, понимаете, вот сломали его в какое-то время и присвоили его себе. На самом деле вот такое поведение, деспотическое отношение с детьми – это проявление великого эгоизма и гордыни внутренней, великой самости. Его как бы сделали для себя родителя и сломали жизнь, по сути. Человек, по сути, инвалид, то есть у него совершенно безвольный просто овощ. Ни в коем случае, так я вас прошу, не ведите себя со своими детьми. Вы просто ломаете их жизнь. В Писании сказано, да оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будет уже не два человека, но один, одна плоть. Вот, поэтому не делайте детей для себя, делайте детей для них и для Бога. Вот. Вот это вот хотел сказать, поделиться мыслями, потому что как раз вот после эфира много сообщений прочитал.
Вот, рассуждение всем любви. Прошу ваших молитв за меня грешного. Люблю вас, дорогие, с Богом.